Сегодня в Калининграде будет жарко. Ведь в финальном поединке за приз в 100 тысяч долларов встречаются, вы только вдумайтесь. Андрей Родин здесь работает? Это капитан наш? Ром, прости, я поздно узнал, что мама умерла. Видно, я хочу их выиграть. А сможешь? Если ты будешь меня тренировать, смогу. Три. Четыре. Пять. Рома, вернусь. Тренируемся, как раньше. Клапаны не справляются. Нужна пересадка. Других способов спасти жизнь вашей дочери я не вижу. Ты же мне обещал, что мы всегда будем вместе. А сам идешь туда, где тебя убьют? Ром, мне тут деньги какие-то приходят. Это ты? Я хочу, чтобы ты выиграл этот турнир. Кто против тебя не вышел. Я представляю, как сейчас все прилипли к экранам своих телевизоров. Вы как будто не в курсе, что если вот сюда вот ударить, он умрет. Я буду драться. Она даже побегать не может, она задыхается, понимаешь? Бьешь завтра в первом раунде вот сюда. И прямо сейчас. О, мой брат. Знаю. Ты действительно дезертир? Мне надо знать. Ты меня хоть помнишь? Помню, как ты нас матерью кинул. И вы меня бросили. Вам было все равно, как я тут жил все эти годы. Ты же убивал уже, Рома. Помнишь ты? Давай, давай! Никто меня не убьет. Я им не скажу, куда бить, они не убьют. Я тебя сожгу, хранить дорого.